Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Пир Богов. Сегодня мы приготовим самый апельсиновый кекс. Для этого нам понадобится 200 грамм муки, 120 грамм сахара, 100 грамм сливочного либо кокосового масла, 3 яйца, 1,5 крупных апельсина либо 2 средних, щепотка соли, 10 грамм разрыхлителя, 3 чайные ложки сметаны, ванилин по вкусу. Апельсины хорошо моем горячей водой и снимаем цедру. Снимаем только оранжевую часть. Беленькую не затрагиваем, потому что она будет в пироге корчить. Так как у меня апельсины большие и очень сочные, я цедру снимала только с одного. В глубокую чашу выкладываю сметану и сливочное масло. Сливочное масло у меня мягкое, так как все продукты, которые я буду использовать в приготовлении, у меня комнатной температуры. В чашу высыпываем сахар, добавляем цедру. Вы уже заметили, какой приятный аромат стоит на кухне. Все перемешиваем венчиком и добавляем яйца. Уже видно, какое красивое оранжевое тесто у нас получается. Но нам этого мало, и мы туда выжимаем целый апельсин. Несколько этапов просеиваем муку с разрыхлителем и все перемешиваем венчиком. Добавляем щепотку соли и ванилин по вкусу. Тесто уже не очень жидкое и напоминает как тесто на оладьи. Но если у вас мука очень хорошо схватывает влагу, то кладите ее поменьше. Тесто выкладываю в форму, смазанную маслом, даже если это силиконовая форма. Выпекать буду в разогретой духовке до 180 градусов примерно 30-40 минут. Готовность проверяю зубочисткой либо шпажкой. Она должна быть сухой. Готовый горячий кекс протыкиваю палочкой, той же самой зубочисткой, как можно чаще. Пока запекался кекс, я выжала сок с половины апельсина. И сейчас этот сок мы зальем сверху, чтобы он пропитался через все эти дырочки. И оставляем кекс остывать. Я уже высунула наш кекс из формы. Видите, какой он красивый, ароматный. У него есть характерные трещинки сверху. Из этих трещинок он прям светится оранжевым цветом. Это просто безумно апельсиновый кекс. Но мне этого мало, и я его решила еще присыпать сахарной пудрой. Сейчас я вам покажу его в разрезе. И вы увидите, какой он мягкий, рассыпчатый и желтенький. Вот такой прекрасный, красивый, самый апельсиновый кекс у нас с вами получился. Благодарю вас за внимание, оставляйте комментарии, пишите. Приятного вам аппетита и всего хорошего!